Добро пожаловать на канал Базар ТВ, канал с полными обзорами наших устройств, а также операционной системы Microsoft Windows. Приветствую вас на канал Базар ТВ. И сегодня я покажу Windows 95 Build 405 February 1995 Release. Это февральский тест. Пока что я выбрал вот это. Я январский так и я не нашел. Но как-то в будущем постараюсь выложить это в Outdoors. Январские тесты. И после чего я как-то сделаю обзор, если время появится. А сейчас я делаю февральский тест. На момент 30-31 июля 2015. Значит, мой компьютер, правая кнопка мыши, свойства 4.00.405. Все в порядке. Так, тут есть сетевое окружение, корзина, портфель, входящая, Microsoft Windows, The Microsoft Network и Batteries Notes. Давайте заглянем пуск. А пуск, как и в оригинале. Тут есть программы стандартные. Давайте начнем с факса. Тут Compose New Fax есть. Но выйти нам не дает. Так, надо найти правильную страну. И ввожу вот таким вот образом, потому что у меня модема совершенно нету. Так что вот так вот. Это настройка от Microsoft Fax. С помощью Microsoft Exchange. Также можно редактировать титулы страницы. Таким вот образом можно редактировать документ для факса. Титулярные странички. И что-то там соединение с факсом. Но делать я, конечно, не буду. Теперь игры. Игр 5. Не знаю, когда появились, но надеемся, что раньше бывает появляется, но тем не менее потом проверим, потому что январских тест в интернете общедоступных пока что нету. Так, есть пасьянс, свободная ячейка. Червы. Так, без ошибок. Так. Эй, Вася. О. Есть сапёр. Сапер в измененном стиле. Pretty Wine. Это ума, но не соединяется с
через офлайн, только через онлайн сможет соединить. Поэтому проверить на самом деле невозможно. Непонятная какая-то игра, может чат какой-нибудь. И обычный пасьянс. Здорово, что есть в этой сборке. На этом все с играми мультимедиа. Есть CD-плеер, который можно позволять, короче, прослушивать аудиокомпакт-диски. Все это дело можно слушать. Медиаплеер, который можно слушать музыку, да, смотреть видео. Также возможность и проигрывание компакт-дисков. С ума сойти. Так. Видео можно смотреть. Сейчас проверим. Попробуем открыть MIDI-файл. В принципе, логично. Простой мультимедиаплеер. Звукозапись сохраняется в формате WAV, но с ограничениями 60 секунд. Есть настройки и их эффекты. И Volume Control, который можно регулировать громкость дополнительно. Также можно пометить следующие. Микрофон, PC-спикер, все что нужно. Так. Вот и все, пожалуй. Есть системные утилиты. Backup. Диафрагментация диска. Drive Space. Нет. Вучер не работает совершенно. Так. Скан-диск, который позволяет проверять диски на наличие ошибок по возможностям. Так, что у нас дальше? Системный монитор. И Винбаг, которым можно подать жалобу корпорации Microsoft о существующих проблемах. Но сейчас это не работает, так как уже выпустили Windows 95 и все-таки прекратили поддержку. Поэтому рассказывать о Винбаге бессмысленно. Так что вот так вот. Зайдем в калькулятор. Калькулятор вот такой. Есть даже научный калькулятор. Таблица символов. Также возможность буфер обмена, который отображается текстом. Так. Dial-up сети. Его настройки. Соединение компьютер-компьютер. Гипертерминал connections.
гипертерминал, который позволяет соединиться с телефоном, с коммуникатором, также копирует текст, все, что нужно. Ноутпад, которым можно сохранять в формате текста любые текстовые документы. Онлайн-регистрация. Paint, которым можно рисовать любые цветные рисунки в формате BMP. Таким образом, есть номер набирателей, а также WordPad, который можно напечатать документы. Ну и все, в принципе, со стандартными программами. Так, есть автозапуск, который позволяет запускать программу автоматически после включения компьютера. Такая специальная папка есть. Команда MS-DOS. И это, в общем-то, все возможности, которые есть. Есть открыть почту. Ну так, не сможет работать. Есть The Microsoft Network. А также Windows Explorer, который можно управлять файлами. Естественно, есть вырезать, копировать, ставить ярлык. Все, что нужно. Вот и все с программами. Есть недавние документы, недавние файлы. Настройки. Есть принтеры. Панель задач и меню пуск. Зайдем в панель управления. Панель управления выглядит вот таким вот образом. В первую очередь настройка специальных возможностей. Установка оборудования. Добавление удаления программ. Дата, время, экран, можно настроить узор, фоновые рисунки, там, видимо, очевидно, старые заставки, как я уже упоминал. Также есть настройка цветовых схем и настройки экрана, в принципе. Так, есть шрифты в наличии, джойстик, также есть клавиатура, почта и факс, Microsoft Mail Post Office Admin, модемы, мышь, мультимедиа, сеть, также есть пароли. Электропитание, принтеры, региональные настройки. Какие-то страны были добавлены. О, Russian есть. Но, увы, ошибка
с корицей. Поэтому есть настройка звуковых схем. The Microsoft Sound так и нету до сих пор. В предыдущих сборках. Увидим когда-нибудь. Система. Но это все, что мы получаем в комплекте. Так. Есть поиск. The Microsoft Network, файлы и папки и компьютер. Есть помощь. Можно обучиться за 10 минут. Windows 95. Такая штука есть. И команда выполнить. Пишет, что это 94 год, но это версия 95 года, февральский тест. Есть остановка и завершение работы. И на этом обзор заканчивается. Какой итог? Windows 95 Build 405 – это февральский тест. Несмотря на то, что ошибки в логе были, в нем нет ничего плохого. В нем тут все в порядке. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на наш канал. Это очень важно для развития канала. До свидания. Спасибо за просмотр на нашем канале. Если вы не зарегистрированы на YouTube, тогда все наши видеообзоры, полные обзоры на Базар ТВ вы можете увидеть на сайте www.bazar-tv.tk.